Всем привет, дорогие друзья, с вами Тытыщу. И сегодня мы опять играем в Wisdom Tanks 2 Level Editor. То есть... Крутые танки 2, редактор уровней. И в этой серии мы разберемся поподробнее, что это за такой эдитор уровней. В общем-то, да. И сделаем какой-то уровень. Так. И, кстати, если вы слышите какие-то посторонние звуки, не обращайте на них внимания. И вот такой вот, например, вот уровень, в котором есть несколько кабинок. Ну вот, как-то более-менее похоже на то, что там в основной игре. Так. Ой, как же я пройду туда, если там загражден путь? В общем-то, вот так вот вы только что видели, как я создавал уровни, и осталось поставить последние спавнеры. Кстати, в прошлой серии мы сражались армией ракетчиков, то есть армией танков с ракетами. И не просто армии танков с ракетами, а боссов танков с ракетами. Но в этой серии вы не поймете почти ничего. Как я вам там вот это вот рассказываю про этот эдитор уровней, если не посмотрите прошлую серию. Там я сказал самое основное, а в этой серии, так сказать, небольшие нюансы этого редактора уровней. И так, все, мы все прокачали, и теперь файт. Давайте возьмем оружие посильнее и уже начнем всех убивать. Так, все нормально. Теперь вот тут вот куча врагов. Я тут 3 спавнера аж наставил, поэтому нужно это все дело взорвать. И вот так вот просто мы проходим этот уровень, казалось бы, но... Есть такая штука, как выставление финансов, которые есть у игрока, допустим. Ну, типа, что он, какую сумму денег он может прокачать что-то там. То есть, не обязательно у вас будет бесконечное количество денег этих. Короче, да. А теперь давайте перейдем к веселым уровням, так сказать. И сделаем одну линию самых крутых боссов. Поехали.
Итак, мы начинаем уровень и возьмем сразу огнемет, пожалуй. И выставим все минки. Вот таким вот полукругом я выставил их. И это лазер-боссы. Да, это самые крутые боссы. Это лазер-боссы. То есть они стреляют лазером и наносят кучу урона. Просто кучу. То есть... Но мы можем использовать их оружие, то есть сам лазер. И они все равно очень быстро уничтожают меня, потому что у них их куча. Их просто очень много. Вот реально, сейчас мы попробуем пройти этот уровень, который я сделал. Именно схватило, да, на этот раз мне нахватило. Так. Я их так расставил, что на них никто и не спотыкнется. Но этот уровень реально очень сложно пройти, казалось бы. Но секрет лазерных боссов в чем? Нужно держаться от них как можно дальше. И тогда они не будут до тебя доставать. То есть у лазера дальность маленькая. Точнее, не, у лазера дальность большая. У этих боссов дальность маленькая. Так, и возьмем лазер. И уже начнем их убивать. Первый. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Их тут куча. Их всех практически нереально убить. Один танк просто уничтожил все минное поле. И это реально жесть. У них куча хп. И, блин, это реально жестко. Так. Так. Давайте попробуем вот этим вот оружием. Если этим и получится, будем электричеством стрелять. Оно атакует просто большую толпу. Очень большую толпу атакует. На это оружие их быстро выносит, но проблема в том, что они меня в 3 раза, даже не в 3, в 20 раз быстрее выносят. Так, теперь секретное оружие. Что хорошо против толпы крутых танков? Ну, конечно же, электричество. Только на этот раз не получилось. Блин, вот они умеют делать, как будто приклеивать к себе. Эти враги все. Да не только боссы, а все враги. Ну вот этот вот шок прикольный. Но, блин, все равно их, я их кучу поставил. Вот создайте такой же уровень. Только потом пишите, что я нубас. Потому что это реально очень сложно пройти. Ладно, давайте уберем половину и пройдем это очень легко. Так, бой начался, и нужно их быстренько убивать. Их тут реально мало. Вот их тут реально стало очень мало. И их я прикончу так быстро, что вы даже не заметите. Вот это реально, я их быстро прикончил, просто, за пару секунд, вот реально. И я недаром так спешил, потому что уже видел, может длиться только 10 минут, у меня бандиками, пока что. Поэтому всем пока.